Всем привет! В этом видео вы узнаете, когда же начнется театр Воображариум, как его проходить и что мы получим в награду. Всем приятного просмотра! Обновление вышло, а весь контент в нем игроки закрыли уже за первые пару дней. Многие рассчитывали на театр Воображариум, но в итоге что-то пошло не так, и разработчики поставили новую бездну аж на 1 июля, то есть практически на самый конец патча. Из-за этого у игроков могут появиться трудности с накоплением примагемов. Чтобы принять участие в театре Воображариуме, вам необходим как минимум 35 ранг, а в моем телеграме опубликовано 4 новых промокода, так что обязательно активируйте их, ссылка в описании. В каждом сезоне будет 3 элемента. Первым будут Пира, Электро и Анемо. Перед началом игры нужно выбрать 6 персонажей, которые соответствуют этим требованиям. Если персонажей у вас недостаточно, будут доступны пробные. Также к участию можно будет привлечь специально приглашенных персонажей. Их элемент отличается от условий, но эти персонажи должны быть в наличии на вашем аккаунте, чтобы вы могли их взять. Некоторых персонажей вы можете одолжить вашим друзьям или же наоборот взять у друзей персонажей поддержки. Также вашему отряду будут давать различные бафы. Почему нужно выбирать так много персонажей? Потому что активные персонажи расходуют усердие, и их придется заменять на других в процессе боя. Также нужно собирать цветки, чтобы активировать некоторые события в ходе сюжета театра. Да, там будет сюжет. В награду за первое прохождение мы получим 1100 примагемов, а за последующие по 620. А также нам будут дарить позы для фоторежима, эффекты бега и многое другое. Напишите в комментариях, как вам вообще театр Воображариум. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!